Лёд, объясни мне, пожалуйста, зачем мы сюда приехали, а? Что зачем мы приехали в торговый центр? Мне всего лишь нужно кое-что посмотреть. Послушай, после твоих вот этих «посмотреть» я, как правило, выхожу отсюда с пакетами в руках, в зубах, в ногах. У меня только Фаберже остаются свободны. Что ты вздыхаешь? Не волнуйся. Опять приехала тратить деньги? Все расходы я беру на себя. Успокойся. Серьезно? Да. Вот это да! Ну в таком случае пошли. Пошли гулять, покупать. Расходы она берет на себя. Подожди. Что? Я не договорила. Так. С меня расходы, а с тебя доходы. Тьфу ты! Ну, да. Игорь, подожди.